Сегодня на обед я приготовлю лисички. Лисички перебрали, помыли, полностью дали, чтобы они стекли, были абсолютно сухие. На разогретую сковородку наливаем немного оливкового масла. Туда укладываем лисички и ставим на большой огонь. Пока наши лисички стоят на огне, мы нарезаем достаточно крупно молодой картофель. Потом в лисички мы добавляем соль, молотый перец из мельницы, куркуму. Затем мы укладываем молодой картофель. Видите, лисички выделяют очень много влаги. Даем выпариться влаге. Все приготовление занимает 15 минут. И в конце, за 5 минут до конца готовки, мы кладем, вот в данном случае я взяла горки, сметану. Кто-то хочет, может добавить еще укроп, но желательно сухой. Так что вот такое замечательное блюдо сегодня будет у нас на обед. Куркума очень хорошо подчеркивает вкус лисичек. Дает, да, такую небольшую пикантность и пользу этому блюду. Вот такие у нас молодые сегодня лисички на обед. Видите, жидкость у нас уже выпарилась. Достаточно все быстро. Весь вот этот обед занимает ровно 15 минут. Сегодня Ильин день. Поздравляю вас с праздником. Да, началом, конца, точнее, лета. Да, самый золотой наш праздник. Август, да, когда у нас сезон и помидор, и огурцов. Скоро будут яблоки. Сейчас мы радуемся, да, дарам леса. И уже сейчас я буду класть сметану. Осталось только перемешать. Вот куркума дала вот такой золотистый, приятный цвет и подчеркнула вкус лисичек. Если вы делаете спагетти, то берите не сметану, а сливки. Если хотите, только сухой.